Здравствуйте, это Андрей Ткаченко. Сегодня 11 февраля, мой день рождения. И я зашел в теплицу, которую мы обрабатываем. Мы прошли всего два раза по листу мы прошли нашим концентрированным удобрением, да, тот, который получился из вермикомпоста, тот, который вы видели в предыдущем ролике. Темный такой раствор, да? И растения буквально оживились. Вообще, я просто восторг. Это наилучший подарок на мой день рождения, да? Наилучший просто. Я просто восхищаюсь, да? То есть усеяно цветами. Поперла розетка, то есть сама листва поднялась. Какие-то уже вот даже там первые ягоды пролетают, да? То есть таким. Просто фантастика. Просто получается, что мы... Получается, мы путем такого обыкновенного домашнего компостирования увидим какие-то шикарные листы. Мы видим, вот даже на эту петрушку посмотрите. Смотрите, какая она стала. Она вообще бомба, просто темно-зеленая. И это всего лишь две обработки. Вы посмотрите на этот лист. Просто вообще, просто у меня какой-то буквальный восторг. Восторг от того, что получается... Все мы делаем правильно. Получается, что, видимо, взаимодействие золы, как я читал у одного из производителей, при производстве препаратов они делают щелочную вытяжку из удобрения из вермикомпоста с добавлением золы и гречихи, да? И то есть я сразу не понял, зачем здесь зола, а может быть золу нужно в процессе вермикомпостирования. Получается, что именно в процессе производства удобрения. Вы посмотрите на этот лист. Просто каждая розетка прямо тянется к солнцу. Прямо сейчас солнце зашло, и, возможно, мы не сможем вам передать тот цвет, да, тот восторг, который растение отреагировало на наши обработки. Да. Вот последнюю обработку мы уже сделали без всяческих там карбамидов. И все прет, и прет, и прет. То есть в ближайшее время, в ближайшие месяцы эта теплица заполнится вся растениями. И мы уже эту проверенную технологию внедрим во всю эту теплицу, во весь этот цветущий оазис. Просто каждый человек, это же не просто теплица, это торговая площадка. Они будут заходить, видеть это все и просто так же вместе с нами радоваться. Не бывает. Просто я отчасти, вы знаете, я же тоже с вами учусь. Я же тоже к той же золе пришел постепенно, да? То есть... Что-то нам открывается, постепенно открывается, для того, чтобы не все сразу, которое не сможешь переварить, а именно по частицам, как высшие силы нам помогают. Помогают, то есть, ну, блин, просто, у меня просто немыслимый восторг от того, что я вижу, что розетка на глазах растет, буквально ее как будто выстреливает на каждом кусту, вот просто может видеокамера это не сможет передать, но каждом кусту она начала настолько активно расти, при том, что когда мы начинали снимать эту теплицу, посмотрите одно из первых видео, мы общипали этот лист, да, то есть такой конкретно поеденный клещами после новогодних праздников и, возможно, недостаточного внимания именно в период новогодних праздников. Но теперь мы видим фантастику. Мы видим то, что получается, что каждый человек сможет это сделать. Каждый человек сможет... Просто в домашних условиях создать для себя какое-то мега удобрение. Мега. Просто все следующие ролики будут завязаны именно на этом. На том, что вы знаете, насколько мне приятно, когда мне звонят, когда мне пишут и говорят, а вот мы работаем с фермерами, мы им и так делали из вермикомпоста, и уже они получали хороший прирост урожайности, в частности, на зерновых, да? То есть, а в обычных домашних условиях также делали эти вытяжки. И сейчас, да, мне сложновато в Хантах, да, здесь мало сельского хозяйства, но даже на примере вот этой махонькой теплицы мы покажем супер результат. Самое главное, поделимся с вами, и каждый из вас, занимающийся червеводством, потому что мне много смотрят людей, которые уже занимаются и что-то новое для себя подчеркивают, те, которые хотят заняться червеводством. Ну, просто, чтобы они также радовались. Радовались, заходили, видели вот это радующееся растение. Понимаете, вот когда мы начинали, большая часть листвы была опущена вниз. Она была такая,
бледно-зелененькая, где-то сильно пораженная клещами. А сейчас это все тянущиеся к солнцу, тянущиеся. То есть это просто переполняющий восторг того, что мы малыми усилиями, при малых затратах, не покупая какие-то там дорогущие плантофолы, мастеры, кристаллоны, да, все эти там замоднявые удобрения с хилатными формами там и совсем на свете. Теперь мы должны все это, блин, ну буквально внедрить. Просто в каждый горшок вермикомпост, к каждому растению по листу. И все, мы будем с вами делиться, и каждый раз мы будем видеть, как эта теплица расцветает. Буквально уже осталось чуточку времени, да, тот же март, когда мы начнем уже садить томаты, когда мы начнем садить уже баклажаны, капусты, все-все-все-все, пойдет череда подготовления к новому сезону. И каждый человек, он поймет просто, он первый год, может, даже неосознанно это поймет. Он мне уже тут с днем рождения хотят поздравить. Он, возможно, неосознанно поймет то, что, посадя вот это растение у себя на огороде с вермикомпостом, он не просто получит урожай, а еще и этим горшком, этим комом земли с вермикомпостом, в котором он посадит свое растение, оно будет кормить его землю еще 5-6 лет, медленно растворяясь в грунте. И я смотрю на эти растения и понимаю, что мы должны усовершенствовать этот вермикомпостер. Усовершенствовать его, чтобы у него была достаточная вентиляция для того, чтобы каждый ящик не давил слишком сильно на нижний. Для того, чтобы когда спрессовывается в вермикомпостере грунт, в него плохо проходит кислород, в нем плохо находиться червям, потому что они дышат через кожу. И они оставляют недоеденные частицы внизу, в нижних лотках. Оставляют недоеденные частицы, которые, соответственно, с недостаточной частью компостирования загниваются, и тем самым получаются вот эти вот дурно пахнущие запахи, мошки. То есть наша задача на данный момент, вот этот вермикомпостер простой, давайте мы к нему сейчас, наверное, подойдем, и мы сейчас вот хотя бы, может быть, я ничего вам нового не скажу, но мы, для чего мы все это делаем? Для того, чтобы каждый человек смог подобный агрегат использовать в своем хозяйстве. Наша задача сделать достаточную вентиляцию, вентиляцию того, чтобы в каждом лотке была хорошая воздухопроницаемость. Наша задача сделать отсутствие застаивания жидкости. Проще говоря, мы должны сделать суперкомфортные условия для червя. Суперкомфортные. Мы уже идем по этому пути. Или уже даже смотря на этот компостер, смотря на эту недоработанную конструкцию, мы уже видим позитивный результат на растениях. Просто я вот вообще, вот куда ни повернусь, везде вижу фантастику, да? Мы видим какой-то супер красивый лист на цветах. Мы видим снизу клубнику. Наш эксперимент насчет двух этажей, да? То есть снизу уже светодиодные лампы, которые наш общий знакомый сам лично собирает, да? С тем спектром, которое нужно растениям. Наша задача сделать эту теплицу супер рентабельной. И мы уже движемся по этому пути. Мы уже, видя вот эту вот супер зелень, просто не бывает лучшего подарка на день рождения, чем просто это какое-то, я не могу назвать это слово достижением. Это, наверное, буквальный подарок для того, чтобы подзадорить, для того, чтобы не останавливаться, для того, чтобы не подталкивать вперед, буквально подталкивать вперед, ты на правильном пути. Ты на правильном пути, движься и делись со всеми. Делись. И я это делаю. Я это делаю ради того, чтобы все это могли сделать. Для того, чтобы на каждом дачном участке все пышло здоровьем. На то, чтобы крупные фермеры, со мной часто связываются крупные фермеры, которые звонят и говорят, так и так, у меня 2000 гектаров земли, у меня есть свой коровник. Ну, у тебя же малообъемная технология, да? Сможем ли мы заняться этим? И я им говорю, сможем. Сможем, потому что
Не обязательно, если у вас крупная ферма, сразу замахнуться на переработку всего навоза. Не надо. Не надо всего. Переработайте тонну, две тонны. Пойдите путем производства этих препаратов. Те, кто выращивает растения, там, даже если это трава для последующего съедения животными. Здесь же азотофиксирующие бактерии, которые заселяются в растения и тянут азот из воздуха, переводя его в усвояемую среду для растений. Просто восторг. Все, не буду затягивать ролик. Просто я в восторге от того, что мой день рождения для меня самый лучший подарок. Это радость. Вот так вот еще разок, последний раз смотрим вдаль этой теплицы. Радость растений на мое присутствие, да, на наши усилия с технологом этой фермы, с которым теплицы, с которым я вам очень скоро познакомлю. И хорошие результаты – это лучший подарок. Все, будем заканчивать. Еще раз, очень приятно поделиться с вами собственной радостью. Извините, может быть, там что-то чересчур эмоционально сказал. До новых встреч. Здоровья и счастья. Наша судьба. До свидания. С днем рождения.